Я считаю, что гибель Евросоюза вполне себе не за горами. Ввиду разных причин, и долго все это перечислять, но я думаю, что многие страны, которые попали в ловушку Евросоюза, лишились своих собственных денег, своей собственной какой-то силы, они это понимают, и я думаю, что рано или поздно все это рухнет.